Добрый вечер, приветствую всех на территории Свободы. Как видите, студия необычная. Дело в том, что погодные условия и прекрасное обслуживание, не буду дальше продолжать, а то сейчас кто-то сильно обидится, сделали невозможным сегодня работу в моей обычной студии. Там просто нет света. Я благодарна телеканалу «Урлай» за то, что они мне предоставили эту студию. И сегодня мы все-таки выходим в эфир. И сегодня в моей студии находится член обладательного совета «Молдова ГАЗ», эксперт-вотчдог Серджио Тофилад. Добрый вечер, господин Тофилад. Добрый вечер. И адвокат Вадим Виера. Добрый вечер, господин Виера. Добрый вечер. Я прошу прощения у наших зрителей, было анонсировано и участие конституционного судьи в отставке Александра Танаси, но пока мы не можем связаться по скайпу, его участие на сегодня не получится, но обещаю, что его мнение относительно того, что решение принято конституционным судом и некоторых реформ, обязательно будет звучать в моей программе в следующих программах. Итак, давайте как раз с этого и начнем. На этой неделе было, конституционный суд принял решение, которая является, насколько я понимаю, прецедентным для нашей страны. Один из депутатов, потенциальных депутатов по списку блока коммунистов и социалистов не получил свой мандат. Мы сейчас для наших зрителей напомним, как это было. Я попрошу режиссерскую видео с госпожой Маноли, пожалуйста. У нас технически не получается прямо сейчас, да? Хорошо. Я извиняюсь. Начинаем, как обычно. Все в форс-мажорных обстоятельствах. Мне сообщат, когда видео будет готово выйти в эфир. А пока мы будем говорить вообще о том, что депутатский мандат ожидала получить Светлана Попа, но из решения, которое есть, да? Да. Будьте любезны тогда нам видео, а потом мы продолжим разговор. Куртя конституционала хотерыште. 1. Se admite parțial sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind validarea a două mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. 2. Se declară ales în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova cu validarea mandatului domnului Ion Poia pe lista partidului politic Partidul Acțiune și Solidaritate. 3. Se respinge propunerea Comisiei Electorale Centrale de a valida mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova al doamnei Svetlana Popa, candidată supleantă pe lista blocului electoral al comuniștilor și socialiștilor. 4. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunui căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în monitorul oficial al Republicii Moldova. Președinte, semnătura, Chișinău, 16 ianuarie 2024, hotărârea Curții Constituționale numărul 2, dosarul numărul 277E, fracție 2023. În cauză este formulată opinie separată a domnului judecător Vladimir Țurcan. Мы вернули студию, вы видели решение, которое огласила председатель Конституционного суда Доминика Маноли. Итак, кандидат, который должен был получить депутатский мандат или который рассчитывал получить депутатский мандат, Светлана Попа, его не получила. Господин Александр Танаси написал о том, что это было решение принято на основании 62 статьи, артикул Шайдыш-Дойи. И он считает, что решение было совершенно законно и обоснованно. В качестве протеста сегодня представители фракции блока коммунистов и социалистов покинули заседание парламента. Они считают это решение незаконным. Господин Виеру, вы тоже видели, на ваш взгляд, это действительно законное решение, а потому что обоснование, если я правильно понимаю, госпожа Попа является фигурантом уголовного дела. Да, с вашего позволения я перейду на румынский. Здесь да, естественно, да, конечно. Да, есть, как мы говорим, предприма даты, когда Куртя Конституционала имеет остфель, где солуция, ну, вальдязы мандат, где депутат. Солуция есть мотиват, кан мит чекомстанции, де факт, кари сон там плат, в ультимиле 12 луни, где че фост у санкционе контравенционал аппликат на привинца doamnei, reieșind din activitatea sa în cadrul administrației publice locale, în municipiul Chișinău. Această sancțiune contravențională a fost contestată, soluția a fost menținută, după care a fost, dacă nu greșesc, revizuită, deci mai multe circumstanțe sunt descrise în hotărârea Curții Constituționale, în soluția Curții Constituționale și a fost refuzat, deci,
validarea mandatului de deputat. Dar este o soluție pentru prima dată, ci ținte legalitatea soluției, juriștii de multe ori îndrăznesc să critice soluții instanțelor de fond. Soluția curții constituționale, dacă era domnul, nu știu că tortă nasă, cred că era cel mai indicat să expună pe asta, dar având în vedere mandatul pe care are organizația care o reprezint, Promolex, o să mă abțin să comentez pe aspecte legate de argumentare și legalitate care, și constituționalitate care n-a fost abordate de către Curtea Constituțională. Dar cu toate acestea, aș vrea să spun că validarea mandatului de deputat nu ar trebui să fie o procedură formală de principiu și atunci când într-adevăr există circumstanțe de drept care sunt constatate de Curtea Constituțională, atunci Curtea Constituțională trebuie să transmite mesaje că acest institut nu este unul formal și nu este unul iluzor, deci se aplică în dependență de situații. Iarăși, trebuie soluția, chiar dacă este vorba despre instanța constituțională, și această soluție trebuie să fie motivată. Мы должны исходить из того, что все должны быть равны перед законом. И если есть решение, окончательное решение суда, которое запрещает занимать какие-либо должности, то, извините, будьте любезны, несите ответственность за ваши деяния. Поэтому, да. Я не знаком с материалами дела, поскольку моя повестка на этой неделе была достаточно насыщенной, и, к сожалению, не было возможности посмотреть все новости, в особенности то, что не касается энергетики, но в целом моя позиция такая. У нас зато есть много было насыщенных событий, связанных с юстицией на этой неделе, поэтому, да, господин Тафилат, вам придется высказываться не только на тему энергетики, но и, так сказать, раз уж представители гражданского общества, здесь есть представитель Промалекс и представитель Watchdog, вам придется и озвучивать позиции организаций, экспертами которых вы являетесь. Поэтому вторая не менее резонансная новость была о том, что доверенное лицо Владимира Андронаки, фигуранта дел банковского хищения Анатолий Блонский, освободили из-под стражи под поручительство трех человек. Такое решение принял столичный суд сектора Буекань. Поручителям Блонский согласились выступить три человека, один из них духовное лицо, если я правильно помню, да, и они внесли залог по 4000 леев, а также внес он залог 12 тысяч. Но вот такой у нас теперь, для тех, кто не помнит, я напомню, что господин Блонский разыскивался как фигурант дела и явился сам, приехал в Республику Молдова, его задержали на границе как раз в канун Рождества по новому стилю, получается, или по старому, я запуталась, в общем, в первых числах января. Почему это было резонансно? Потому что высказывалось две точки зрения. Первое, что фигуранты таких дел, когда вот так вот освобождаются на свободу, их разыскивали, да, они не просто были взяты вот сегодняшние, да, и вечером их отпустили под залог. Первое, а второе, сумма залога сильно всех удивила, учитывая вменяемые, да, инкриминируемые деяния и сумма, которая фигурирует в этих деяниях. Мизерные залоги в 11-12 тысяч леев кажутся немножко несоответствующими, да, инкриминируемому деянию. И я понимаю, господин Вьера, что вы сейчас как адвокат находитесь в сложной ситуации. Мы с вами будем говорить, я вам предлагаю выступить о том, существует ли, это не первое, да, решение, первое было принято как такое резонансное в отношении господина Андронаки, это второе такое резонансное решение. Я понимаю, что не вчера есть положение этого закона, оно буквально недавно стало у нас судами рассматриваться, раньше не было желающих, или почему такой резонанс получают эти решения, на ваш взгляд? Да-да, речь фост антрадивер казу карнянслац номинализат пронунциату солюции Кутикатор, контексту экземнерии каузы инфонд, солюция процессуала есть либерара провизории пикаутиуни. Отменсионат терминология корректна на лимбарусы, но на сорепет. Есть у институции, кари с регасешним код процедуры пенала, но дистуль демут тим. Есть эти вратки, я понакума фост аппликат дистуль депутин, казур в нумарате, și în continuare se aplică destul de puțin. Din curiozitate am deschis statistica
cazurile care au fost anul trecut, de la 1 ianuarie 2023 până în septembrie 2023, deci primii 9 luni din anul 2023, la etapa de urmărire penală, nu, cazul dat, cauțiunea a fost aplicată, dacă nu greșesc, când cauza deja a fost transmisă în instanța de fond. Deci cauza se află în instanța de fond, dar la etapa de urmărire penală, în Republica Moldova, în primele 9 luni, a fost 0 cazuri. Adică niciun caz, pe niciun caz s-a aplicat această măsură preventivă de eliberare provizorie sub cauțiune, pe cauțiune, deși în alți state, cum este, de exemplu, Ucraina și chiar Ucraina care este în război, această măsură se aplică destul de des. Diferența este că în Ucraina această măsură preventivă se aplică cauțiunea fiind în acest caz sumă destul de mare de bani. La noi, în Republica Moldova, legea prevede de la 300 de unități convenționale, deci o unitate convențională este 50 de lei, până la 100 de mii de unități convenționale, adică ar fi suma maximă de 500 de mii de lei. Dacă vrei să depui mai mult, legea stabilește 100 de mii, 5 milioane, 5 milioane. Deci dacă vrei să depui mai mult de suma prevăzută de lege de 100 de mii de unități convenționale, de principiu nu o să ai posibilitate, pentru că așa stabilește legea. Și aici, ca avocat, într-adevăr, ați menționat aici că ca avocat sunt într-o situație mai specifică, pentru că, în primul rând, noi în Republica Moldova avem o problemă sistemică care este punctată de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, care încă este valabilă pentru noi, care se numește aplicarea abuzivă a măsurii preventive de arest. Deci la noi se întâmplă cazuri încă în care măsura preventivă de arest este aplicată față de persoană fără ca să fie o necesitate. De multe ori, inclusiv pentru că societatea o cere. Și ne amintim de anumite cazuri de infracțiuni de neprudență, aceleași accidente rutiere, unde sub presiunea societății, chiar dacă nu existau riscuri, persoana recunoștea vina, persoana a fost arestată. Deci și este o problemă și Convenția Europeană interzice chestia asta. Același comitet de miniștri, evident că încurajează ca să fie aplicate măsuri alternative la arest și la arestul la domiciliu. Una din aceste măsuri este cauțiunea. În același timp, cauțiunea nu trebuie să fie pur și simplu aplicată formal, oricum judecătorul trebuie să țină cont de faptul că persoana în raport cu care se aplică această cauțiune nu ar putea să influențeze martorii, de exemplu. Sau nu ar putea să stragă de la urmărire penală. Sau ar putea să se asigure că anumite riscuri sunt prevăzute. În ce măsură judecătorul a făcut acest exercițiu în cauza dată, eu ca avocat nu cunosc, pentru că nu cunosc materialele cazului și nu pot să mă expun. Dar ceea ce cu certitudine, această măsură se aplică destul de rar și ultimele două cazuri care au fost aplicate, pentru că cazul este conexat, cazul domnului Bulonski cu cazul domnului Andronache. Și evident că este același judecător care a aplicat această măсуру. Чисто случайно, да. И ещё один догонку вопрос, который вы частично затронули, но мы же говорим не только о сумме залога, но и о том, что человек скрывался от правосудия, а сейчас ему не у него нет запрета на то, чтобы он покидал страну. То есть сейчас он опять может покинуть страну, у него нет запрета и уже ничего не нарушив по сути. De principiu, ok, urmează să vedem care este soluția încheierea, cunoaștem că s-a aplicat cauțiunea. De principiu, liberarea provizorie sub cauțiune ar putea să prevadă posibilitatea ca persoana să părăsească țara. Da, este o astfel de situație. În cazul în care procuratura, într-adevăr, deține probe, care dovedesc că ar exista anumite riscuri, ar putea să le prezinte în instanță și ar putea să, poate, pe anumite situații să facă publice în cazul în care există riscuri. Eu n-am reușit să văd care a fost comunicarea publică a procuraturii pe situația dată și dacă astfel de riscuri există. Dar, da, deci
Есть у ситуации Марар Интернета, допоку мы менționат, у сфи факт интересант, видим, как у нас и вроде ситуация. Господин Тавилат, я напомню для вас и для наших зрителей о том, что прокуратура требовала ареста, первое. Второе, они были уверены, что такое решение суда не пойдет на пользу делу, да, и третье, они сказали в комментарии после решения суда, что они не могут его подать апелляцию, да, каким-то образом, потому что закон не предусматривает, да, апелляцию на такие решения суда, что тоже интересно у нас положение закона. Господин Тафилат, ваше мнение? Ну, если вернемся на несколько лет назад, аналогичная ситуация была с делом группы Петренко. Тогда за них тоже пытались поручиться, в том числе европейские депутаты. Через фантруп, а еще после моих спомпи каз, потому что ноем парчипат. И казу дат, что апропо, да, на казу дат, фост депутат дин парламент, который депускал тюни, что фост инклюзив депутат дин одного парламентарного Консилия Европы. Члены пассивы. А фост респинс, да, дичь на фост акцептат. Дичь а фост не процесуал ворбин, гарантии мут май кун стандарт, мут май инальт, который не фост акцептат дин инстанции, дар аста фост такса ди Куртия Европеана, потому что фост хутерия Куртия Европеана, унде инклюзив ачест аспект фост критикат. Ничего скузы к вам, значит, я бы хотел посмотреть в лицо этого судьи, почему он так решил. И это не первое дело. Но больше меня беспокоит другое. Вот как гражданин, я понимаю, что этих лиц обвиняют в том, что они украли сотни миллионов лир, если не больше. Угу. И их судья освобождает под залог 12 тысяч лей, 20 тысяч лей. Мы какой посыл даем обществу, бандитам? Что ты можешь красть и поставил там 1000 евро в залог и гуляй свободно. Отличный посыл. И в этой связи у меня вопрос первый к парламенту. Уголовно-процессуальный кодекс и поправки к нему утверждаются парламентом. И там есть такая комиссия замечательная, юридическая. Угу. Ее возглавляет Олеся Стамати. Вот, имея тот прецедент с товарищем Андранаки, когда его за 20 тысяч лей залога освободили, не могли бы они почесать свою репу там в парламенте и внести поправки в закон, в этот уголовно-процессуальный кодекс? Посмотрите, как делается в других странах. Почему, допустим, подсудимого Дональда Трампа освобождают под залог 100 миллионов долларов, а подсудимого Андранаки под залог 1000 евро? А можно какие-то поправки вот сделать? Тот же самый вопрос к Минюсту. Выступили, если парламент не может, не знает, хорошо, есть Минюст, они могут подготовить законопроект? У них есть большинство, они могут свободно проголосовать эти поправки, чтобы у судьи не было возможности как-то так интерпретировать. Но это ненормально. Окей, это полностью это политическая ответственность действующей партии. Проблема, дефакт, кредка, ну есть и оттытен калитатя леджи, дар дому Тофилат сереферала маржа, пермиса де леджи, кари маржа де жос есть де три сути де унитез конвенционали. Да, эч пробабила хотя с факт анумити интервенций. Дар ярыш, требует де анализат атент, потому что и вне чест циркумстанц, скоро портяза, инклюзив шла саларю медию по экономии, сынт персоани, кари, потому что кауцюня не саплика дуар персоанилор, кари ау афачер, да, сау, и пот сапличиши инклюзив ин казури, где он фурт ординар, где персоана, кари есть шомер, ша комис он фурт, recunoaște vina și ar putea avocatului, de exemplu, solicite liberare pe cauțiune. Evident că această sumă de 300 unități convenționale pentru o persoană de la țară, unde cunoaștem care este situația economică, ar putea să fie o sumă destul de mare. Dar aici este rolul judecătorului de a face un exercițiu de analiză și de apreciere și de a pune pe cântar, deci cauțiunea depusă de către un om de afaceri care are un rulaj, să spunem, pe contul personal de X mii lei, de 1 milion de lei și tot așa mai departe. Vorbim, nu ne referim la cazul concret. Și persoana care este șomer. Asta este și rolul judecătorului în instanța judecată, pentru că nu tot timpul intervenția legislativă este soluție, dar nu exclud că în anumite circunstanțe această marjă evident ar putea să fie ajustată
трисуть унитец конвенционал. Более того, я скажу, что, насколько мне известно, руководство антикоррупционной прокуратуры сразу после ситуации с Андронаки, с его освобождением под залог 20 тысяч лей, обратилось в парламент. То есть парламент об этом знает, их предупредили, и они не предпринимают меры. Поэтому у меня вопрос в первую очередь к Олесе Стамате, которая руководит юридической парламентской комиссией. Вот эта ситуация в том числе произошла из-за безответственности госпожи Стамати. Там сейчас маринуется еще один закон, и он напрямую связан в том числе с ситуацией с юстицией. В целом у нас закончился приветинг в два раза дольше продлившийся, чем ожидалось, да, на самом деле. Сейчас формируется, насколько я понимаю, комиссия для ветинга уже. И параллельно у нас разыскивается генеральный прокурор. Вчера буквально Олеся Стамати заявила о том, что, возможно, снова продлят дату для соискателей, кто все-таки хочет стать генеральным прокурором Республики Молдова. Для меня эта ситуация просто... Я не знаю, смех и грех и слезы называются, потому что я же не знаю ни одной страны, не только в Молдове такого никогда не было, чтобы никто не хотел. Уже там вроде 6 кандидатов зарегистрировались. Ну, очевидно, эти кандидаты не те, кого хотят. Я не знаю, с чем это связано. При этом еще в парламенте есть законодательная инициатива относительно изменений закона о прокуратуре. Вы, господин Виеру, представляете одну из организаций, которая выступила с критикой против инициативы депутата Игоря Кирияка, если я правильно помню, да, по процедуре избрания, назначения генерального прокурора. Сегодня он на заседании парламента отозвал свою инициативу, но это не значит, что она не будет рассматриваться в другой раз, пока она находится еще в юридической комиссии. Что происходит? Сначала, я помню, 4 года назад все были за конкурсы, считая, что конкурсы лучшее, что можно сделать в Молдове. Потом, когда увидели, как конкурсы сначала удалось красиво прокатить в парламенте, а потом и за пределами парламента, сейчас выступили с инициативой, давайте ВСП будет назначать. Господин Виеру, что у нас вообще вокруг генерального прокурора и закона о прокуратуре происходит? Да, Харис Инчепинку конкурсу Лентради Вере Мемульти Организация у Ансату Напел, Карел Критикат, Чест Проект Диледжи, Чицини Ди Модалитати Диледжира Прокурора Генерал. Eu o să mă refer și o să-mi expun opinia mea legat de concurs, dar nu exclud, pentru că am mai discutat cu unii colegi înainte de emisiune, nu exclud că în spatele acestui proiect nu neapărat este rea credință. Deci, deși, matematic vorbind, concursul, atunci când există un punctaj, deci este mai previzibil. Deși, în Republica Moldova, chiar și concursurile în care există punctaje și există deci criterii aparent foarte bine clare stabilite, pot fi deci, compromise. Am văzut asta la Parlament în 2009. Da, deci, da, concursurile, uneori cuvântul concurs, meritocrație și filtre, pentru altele filtre, da, deja în Republica Moldova este un, pot fi calificat ca și peiorative, ca cuvinte, conotații negative. Dar, de ce a fost transmis acest apel? Pentru că, totuși, practica internațională arată că trebuie să existe punctaj. Și punctajul este o modalitate mai previzibilă de a verifica și de a solicita, până la urmă, de la persoanele care aleg un candidat într-o anumită funcție să-și motiveze punctajul. Poate fi stabilită această obligație. Noi cunoaștem într-adevăr precedente când au fost alegeri pentru anumite funcții, când anumiți membri din anumite comisii depunctau intenționat anumite persoane. Și pentru asta tot este soluții, inclusiv nu se ia în considerație, de exemplu, devierile esențiale, dacă, de exemplu, 6 puncte, cineva pune nota 1, dar media este 5-6, sau invers, cineva pune nota 10, dar media este 3-4, atunci aceste extreme nu pot să nu fie luate în considerare. Pentru că este clar scopul acestor extreme. Asta este una. A doua, totuși, observația mea este că Uniunea Europeană,
inclusive instituțiile europene, având în vedere spațiile noastre de integrare europeană, solicită ca să existe punctajul. Deci să existe această practică și a treia, care nu ține de poziția acestor organizații, până la urmă, dar ține și de poziția procurorilor din Consiliul Superior al Procurorilor. Poziția lor este, și dacă nu greșesc, a fost publicat și pagina web a CSP, ca să existe punctaj. Urmează, din câte cunosc, să fie încă discuții pe platformă parlamentară și o să vedem ce o să fie, dar asta este o parte mică, după cum ați observat, din tot procesul ce se întâmplă. Pentru că ce s-a întâmplat în ultimii ani în jurul procurorului general și în instituției procuratorii generale este într-adevăr puțin, și îmi permit să spun că avocat, puțin, ok, nu comic, dar este îngrijorător, pentru că să ai procuror general interimar o perioadă atât de îndelungată, asta este extrem de contraproductiv pentru instituții și nu poți să ai o instituție capacitată puternică atunci când nu există stabilitate la nivel de conducere, de leadership. Și asta este problema foarte gravă. Если позволите, да, мне вспомнился конкурс на назначение на должность директора НРФ в 2017 году весной, когда парламентская комиссия по экономике проводила конкурс. Значит, там тоже было, там 7 членов комиссии было, и каждый мог дать максимальный балл 100 очков. 7 на 100 – 700. Когда опубликовали результаты, выиграл господин Копач с общей оценкой 824 балла. То есть откуда ни возьмись, двое членов комиссии появились так за ночь. Ну окей, если говорить в принципе, как мы выбираем. На мой взгляд, это мое личное мнение. Да, целесообразнее, наверное, правильнее все-таки проводить конкурс и давать оценки, но здесь важно, каким образом, какие мы критерии там выставляем и какие баллы за каждый критерий, чтобы этот конкурс был как-то, он представлял что-то из себя. Это первое. Второе, для укрепления доверия того лица, который выигрывает конкурс, и доверия к самому конкурсу, это обязательно должно быть с видеотрансляцией. Чтобы каждый, в особенности пресса, журналисты и оппозиция, могла видеть, каким образом эта комиссия, насколько она честно и правильно, добросовестно выполняет свои обязанности. И оценки, которые выставляет каждый член комиссии, не должны быть публичны. И тогда мы видим, кто как голосовал и насколько объективна была эта комиссия. Кандидат, правильно ли я понимаю, что голосование в СП позволяет усиливает политическое влияние на будущего генерального прокурора? Aveți în vedere procesul de vot fără punctaj, fără concurs? Ok, oricum CSP-ul este o instituție care reprezintă, ca și CSM-ul, reprezintă instituția procuraturii, adică este o instituție de autoguvernare în cadrul instituției procuraturii. Iarăși, большинство там назначают. Да, дар, оркум, а вы на вдере, кто то шоколон, в ЧСП, ну, экзисты, дар, есть институции, ЧСПУ, институции столь неомогены, и мы, инклюзивно, капиталу компонентов в ультиму темпе, в ультиме дояне, в ультиме, когда нам диспонят в ультиму темпе, в ультиме дояне, фоз столь модификат. Репрезентанты сочетать чивили, дичь, ну, сын, дор прокуроры на частой институции. И на чест контекст, с ворбим, наш рассказ спун, к воту лаг птяс фи политизат, дар, а вы на вдере ультимили прецеденти дин 2-3 ань, я разнес спун, к актуалии политчени, ла фел тинт, спунент, сау факен реферир ла буна креденца, реформа штите, и лут таку олигархи ша марк парти, tind să controleze procuratura, instituția procuraturii. Și asta a fost o tendință care există nu doar în Republica Moldova, dar în multe alte state, inclusiv europene cu democrație foarte dezvoltată. Toți politicienii vor să aibă instituții represive. Ok, represive nu înseamnă neapărat negativ, dar instituții care pot să aplice legea și inclusiv legea penală atunci când este nevoie. Și asta este procuratura. Dar istoric,
La noi, Republica Moldova, dacă trecem câțiva ani urmă, câțiva 11-12 ani urmă, 13 ani urmă, cine o să fie procuror general, în genere era subiect de negocieri între alianțe, din alianțe, deci se negocia cine o să controleze procuratura general. Acum, cel puțin după 10 ani, este un progres că noi nu mai avem cel puțin astfel discuții publice și nu apare informații în presă că politicienii ar favoriza candidați și vreau să cred că acest lucru nu se întâmplă. De asta este important ca concursul să fie cât mai bine organizat și eu cred că este interesul politicienilor, a tuturor politicienilor, inclusiv opoziției, inclusiv care s-au la guvernare, ca la conducerea procuraturii să avem într-adevăr un candidat foarte bun, un procuror foarte bun, dorit de carieră, deci care cunoaște foarte bine și este apreciat ca lider în sistem. В этой связи у меня в продолжение вспоминается заявление нынешнего исполняющего обязанности генерального прокурора о том, что если все-таки будет настаиваться на митинге генеральной прокуратуры, то там они могут остаться вообще без прокуроров. Большинство собирается уходить уже. И тут у меня возникает вопрос, а что для нас хуже? Отсутствие прокуроров или прокуроры, которые не могут пройти митинг? Вот какой выбор мы должны как общество для себя сделать? А прокуроры, которые не могут объяснить, свои дома, машины, фирмы своих родственников ближайших, членов семьи, да, и так далее, на государственных зарплатах. Что для нас, как для общества, на ваш взгляд, является более страшным феноменом? Если позволите, я начну. Да. Ну, здесь мы, наверное, говорим о подходе вообще, в принципе, реформы юстиции. Для чего мы делаем этот приветинг? Для того, чтобы очистить органы уголовного преследования и юстиции от коррумпированных лиц. Замечательно. Мы представляем, что да, есть большое число прокуроров, офицеров уголовного преследования, судей, которые, возможно, должны покинуть свои посты или даже должны быть привлечены к ответственности. Хорошо. А те, которые внедряют эту реформу, могли подумать, а что нам делать, как нам заместить эти вакантные места? То есть надо обдумать весь процесс, всю цепочку. Значит, нам надо воспитывать институт юстиции, да, там нужно создать возможности, чтобы за год, два, три вырастить новое поколение, которое заместит этих прокуроров. То есть мы говорим о видении реформы юстиции, поэтому не надо бояться. Те, которые, я тоже знаю немногих прокуроров, среди них тоже есть нормальные, вменяемые и довольно добросовестные лица, которые не боятся этого приветинга. Угу. Слушай, тот, кто работает честно, ему нечего бояться. Витинг. На ваш взгляд, какой феномен для нас страшнее? Прокуроры, которые боятся витинга и не могут доказать происхождение их богатств, или прокуроры, которые живут в достатке, но будут продолжать вести дела и честно скажут, что больше ни-ни? Хадис, спуним Маша. Noi am avut procesul de pre-vetting. Noi avem acum procesul de vetting. Procesul de pre-vetting, până la urmă s-a constatat că nu a fost perfect. Și asta o spun făcând referire la hotărârea instanței de judecată, dar inclusiv și, da, caz concret, membru din societatea civilă care a ajuns la CSM și după asta a fost o situație destul de neplăcută, care cred că a afectat imaginea procesului în sine. Adică nu e vorba despre imaginea candidatului, dar imaginea procesului. Ceea ce m-a bucurat atunci este că CSM-ul a reacționat și s-a disociat. Deci a reacționat public, a comunicat public și s-a disociat de anumite procese. Având în vedere această experiență cu pre-vetting-ul, evident că procurorii stem ca ei să nu fie victime în sensul în care anumite chestiuni sunt interpretate sau există exces de zel din partea unor comisii, reșind din precedentele, de exemplu, cum a fost în cazul domnului judecător Chertoacă. Îl cunosc, n-am avut la el ședință, dar cunosc anumite circunstanțe din procesul lui de evaluare a pre-vetting și evident a fost în cazul pre-vetting situația în care el a avut sau comisia
Предикат кистюн ди интегритатя вынам дери етика финанчара, думнялуй факэнд реферири ла фапту к паринцы ярау пистихотарыши, еще треть верау пистихотары, да, ну и кунаштим, если проблемы национала, мы с вами мучес пистихотарын треть вер, ну то темпу легал, еще есть у мунка на негру. А част циркумстанцев фоста причаяти ди комиссии, ка проблеме диетика финансиара, дичь думнялуй на текут приветингу, в фине, дупас на фамилии инженера фос анумити трагедии, тата луя вута вече. И че фос у кистюни, тот шас с экзамня за истин процес публик, ши евидент афектязы рудили. Муц прокурор дорез ка чест процес сну тряка прин экзаменари дистуль ди публика, ши сну сажунга ла ситуация. Кяр деши сынт муц дин, кэт ксын муц диней карнау час кунди, mai ales nu vorbesc în mod special de Chișinău, dar de procuraturile teritoriale, cunosc procurori foarte buni și cred că n-ar avea probleme, dar totuși suntem pentru că dacă nu treci vetingul, ai suport să anumite consecințe pe termen și destul de lung, inclusiv financiar. Și ei ar avea aceste temeri. Dar aceste temeri ar putea să fie spulberate, reieșând din calitatea muncii care o să fie în calitate în comisiile de vetting. Ce se întâmplă, și apropo, aceste teme au fost exprimate public, inclusiv de către anumiți conducători de procuraturi, dacă nu greșesc, de către procurorul general interimar. Și ar putea să urmeze anumite demisii și aici apare altă problemă, criza care ar putea să existe în sistem. Și nu doar în sistemul procuraturii, pentru că criminalitatea nu așteaptă, nu pune pe pauză până cât merge procesul de vetting, dar criza și în alte sisteme, cum ar fi sistemul judecătoresc, noi am avut situația cu Curtea Supremă de Justiție și o avem încă și posibil că să avem situații cu Curtea de Apel. Când mulți judecători de la curțile de apel își dat demisia și atunci să avem iarăși dificultăți în sistemul de justiție. Totuși să ajung să răspund la întrebarea de azi, ce este mai complicat? Da, este greu de răspuns, dar cred că vetting-ul, când o să înceapă vetting-ul, o să aflăm mai multe răspunsuri. Și aici este nu doar responsabilitatea persoanelor care trec prin acest exercițiu, dar de acest proces despre imaginea acestui proces, calitatea acestui proces, totuși este responsabil inclusiv și membrii comisiei de vetting, deci care trebuie să facă un exercițiu destul de calitativ și riguros. Совершенно господин верно. Господин Тафилат, я хотела уточнить, мне кажется, ваше отношение к приветингу не настолько суровое, как у господина Виеру. Ну, вы знаете, сам факт того, что комиссия, допустим, не найдет каких-то нареканий по поводу финансового состояния того или иного кандидата, это еще не значит, что тот кандидат является наилучшим прокурором или судьей и так далее. Только тот факт, что комиссия ничего там подозрительного не нашла в его доходах, не означает, что он профессионал. И здесь бы хотелось, чтобы комиссия рассматривала деятельность и эффективность деятельности. И вот в этой связи мы же подавали с коллегами. Да, поэтому я и говорю о том, что вы добивались в отношении, по крайней мере, одного известного мне прокурора. Да, мы отправили материалы комиссии приветинг по поводу прокурора Василия Плевана, антикоррупционной прокуратуры, потому что там нарушений выше крыши. И я не видел в решении комиссии приветинг, чтобы они рассматривали эти материалы. Может, они что-то там рассматривали, но в самом решении не сказано ни слова. И мы сейчас судимся с антикоррупционной прокуратурой, и более того, подали жалобу на прокурора Плеван в Высший совет прокуроров. Там тоже очень интересная подробность. Ждем, насколько мне известно, господин Плеван все-таки не прошел приветинг. Он был кандидатом в ВСП и не прошел приветинг. Я правильно помню? Да. Окей, господин Плеван, если вы не согласны, что мы вас обсуждаем, хотя я вас как-то приглашала в программу, но номер мой у вас есть, я право на реплику всегда рада. С удовольствием был. Да, это один из примеров был, но тут возникает вопрос, если прокуроры не проходят прокуроры не прошли приветинг, у нас есть такие, они могут оставаться на руководящих должностях каких-то, пусть даже исполняющими обязанностями? Насколько это этично, на ваш взгляд? Господин Тафилат?
На мой взгляд, это не совсем правильно. Если мы говорим, что цель веттинга — избавить, очистить органы уголовного преследования, то, значит, эти люди как-то... На самом деле, при веттингу фосфорганизат пентру ЧСП. Вы считаете, господин Виеру, что если прокурор при веттинге цель не прошел... Цель всей этой процедуры какая? С этого надо начинать. Если человек не прошел, ну, значит, он должен искать себе другую работу. Либо им должны заняться другие прокуроры, которые прошли уже при веттинге. Я так понимаю. А иначе как? Господин Виеров. Да, окей. Зачем тогда вся эта процедура? Ну, я все-таки решил, для интервара есть моя специфика. Тот уж при веттинге фосфорганизатор в контексту алледжерии мембрилок ЧСП. Ну, в контексту алледжерии уноры шеф, где прокуратура, шажа мать партии. Интердикции формально в момент, ну, есть, так, ну, это к приветнику, но есть интердикции, которые укупят функция декондучера гаду прокуратуры. Держа в веттингу есть мой специфик, что он есть, ну, дар, ну, аффектяза дар функция декондучера, дар шальте аспекти, что ич держа взведем, что сын темп, и грео дефокут анумить прогноз. Дар стандартили, которые фост аппликатели при веттинге на рапорт экономист прокурор Карнаут Рекут, или какой-то свой аппликатель шла веттинг. И, ну, что, кума сфи процесс, о сфере питать интербер, или, ну, что, еще видим. Мне тоже кажется странная ситуация, потому что если человек не прошел преветинг, будет очень интересно посмотреть, пройдет ли он ветинг тогда. Где просто тут будем... логика? Это будет уже похоже, знаете, на какую-то, не знаю, лотерею, что-то такое, знаете, повезет, не повезет. Ну ладно, посмотрим. Процесс для нас новый. Совершенно. Мы все являемся одновременно зрителями всего этого происходящего. В нашей стране этого не было. Юристы, может быть, имели возможность наблюдать это в странах других, там Украина, да, Албания, по-моему, еще несколько европейских стран. Пентралтели, Шарш, Сергей Патиту, Макорактиас, Дар, Ярш, Дичам, Сервадин, Украина. При веттингу, ши веттингу, ну, гарантиазы, кво персона гаре трече чес по чес, нор путяс скумите фапти, каре аффектиазы интегритатя саш, нор путяс фи акузаде фаптите корупции. Ши дак ну грешеск, есть ворба деспри ун каз де ла Куртя Супремо Юштиции ден Украина, унде, дич, жудькатору ла трекут пен процес симилар, дар аста, ну, евгент, есть презумпция де невиноватии, ну, декать, что у него есть сентенция, дар аколо а фост он флагрант, ко сумма дестули мари де бань, ш персона трекута пен том процес. Дечи, аста, ну, факту, ку треш прин веттинг пидео партис, а пин приветинг, ну, насямна, кто держа бешть алб, ши има кулати тоата вяца наинти. Дечи, Оркум, есть он процес, который верифика анумите стандарте, дар аста норен сам на как ты бис экзистенье аппарату перчепции публики, дечь о презумпции публик, спуним аж на рапорт персона X, качаста персона X, нор птяс комит фапти Ере пробабили. Евдент, а смерть тут тем буна креденция. Дар ярыш, в контексту, качей корне скул, да, скаде риску, дар ачест риску, каком требует экзисти элементу депруденции тут тем. Еще одно событие, которое обсуждается последние дни, ну, как сказать, событие? Событие с негативным тоже таким оттенком для нас, десятилетним душком памятью. 10 лет назад нам стало известно о том, что было, в общем, получило название «Общая кража миллиарда» или «Банковское мошенничество». Вот оно пробежало, пролетело. Несколько, целые партии и политики сделали себе на этом карьеру, на этом событии, критикуя и обещая со всеми разобраться, всех наказать и все вернуть в страну. А в итоге мы имеем ситуацию, в которой мы не понимаем, сколько же всего этого было возвещено обратно в бюджет. Мы не знаем на сегодняшний день, кроме господина Шора, кто еще наказан за участие в этом деле. Мы не знаем практически ничего, и прокуратура, мне кажется, все, которые они у нас есть, она у нас не одна, демонстрирует какую-то беспомощность, что ли, в каких-то моментах.
По крайней мере, уже даже президент выступал с инициативой создать специальный антикоррупционный суд или антикоррупционный трибунал, чтобы там рассматривались эти дела, чтобы они рассматривались быстрее и чтобы граждане узнали наконец-то, чем это все закончится. Кто же эти виноватые люди, список всех людей, которые в этом участвовали и какова конечная сумма. Но в этом связи возникает и второй вопрос к Министерству финансов, который, я надеюсь, у меня будет возможность задать. А сколько уже было все-таки возвращено из этих денег, потому что нам бы тоже хотелось узнать, потому что мы до сих пор все говорим, какая-то условная миллиард, условное банковское мошенничество, хотелось бы понимать за 10 лет, была, чтобы была введена хоть какая-то ясность, кроме политических карьер, сделанных на критике этого дела. Господин Вьеру, что мы знаем? Я не знаю, как у нас покрывает честь каз. Кажется, Татьяна Вот, деч прогресили, ну, санчели, кара фост аштептати. Ши, дин пункт, каш авокат, посам експлика аста факт симплу, пентру ка фост етапа инципиента де инвестигаре, кэнд, пробабил, писта ну ера, деч, тактика де урмарири пенал, обективили сетати, ера опцин, дек, чели требуяло са фие. Аста contează într-un proces de urmărire penală eficient când investighează astfel de fapte. A fost asta făcut intenționat sau neintenționat, sau altă întrebare, iarăși trebuie să procurorii să demonstreze, e greu de spus. Dar dacă până acum soluțiile nu sunt cele așteptate de cetățeni, poate chiar nu sunt cele așteptate de procurori, faptul care sunt așteptările polițienilor, asta e altă întrebare. Asta demonstrează că deci, așteptările nu au fost atinse. Deci nu s-a făcut probabil suficient sau calea inițială a fost aleasă greșit. Asta este un aspect care este mai mult subiectiv decât obiectiv. Al doilea aspect obiectiv, totuși, acest furt nu este un furt a unui portmoneu, este numim furt, dar este un proces care aparent a fost foarte bine coordonat. Chiar dacă acel raport Kroll este cumva disputat, criticat, oricum, dacă facem abstracție de anumite elemente, cel puțin poți, dacă studiezi ceea ce este public, îți dai seama că deci, schemele sunt destul de complexe. Cu implicarea la multe persoane la nivel destul de mare. A avut capacitate procuratura generală și are procurorii, au avut procurorii și au în continuare procurorii să investigheze aceste elemente destul de atent și calificat. Eu cred că are capacitate, dar sunt destul de multe sunt destul de puține persoane care înțeleg și au căpătat experiență ca să investigheze astfel de fapt. Deci, inclusiv în procuratura anticorupție, eu cred că aceste persoane sunt foarte puține. Pentru că, totuși, nu este suficient să fie un jurist foarte bun și un procuror foarte bun, dar totuși trebuie să ai cunoștință și în alte domenii. Asta este una. În a doua, totuși este o infracțiune, nu de drept comun, este o infracțiune prevăzută de codul penal, dar nu este o infracțiune care se întâmplă des, chiar nici în alte state. Deci, și abordarea și tactica de investigare trebuie să fie foarte specifică. Procurorii noștri nu au avut de unde să învețe. Ei au învățat din mers, inclusiv pe greșeli și poate pe anumite aspecte și-au dat seama că au comis greșeli. În pofida sabotajului da, în pofida, de la Banca pofida, Națională. Exact, în pofida sabotajului. Și a treilea aspect, totuși eu sunt destul sceptic că noi o să reușim să obținem ca și cetățeni inclusiv procuratorul o să reușească să obține succes notabil pe acest dosar, în sens că să fie întors, după cum spune generic în popor, să fie întors miliardul, eu sunt sceptic că asta o să întâmple, pentru că a trecut un timp foarte mare și având în vedere totuși că este o infracțiune inclusiv bancară, economică, timpul este crucial în investigarea unor astfel de infracțiuni, transmiterea dosarelor în judecat și obținerea unor sentințe de condamnare. Asta trebuie să întâmple foarte repede. Dar noi îi cunoaștem că deja au trecut o perioadă destul de mare de timp și acest lucru nu a adus rezultate notabile în sensul întoarcerii banilor.
deci recuperării, acestor bani. Și cred că acest lucru nu se întâmplă și progresul nu o să fie atât de mare, deși chiar dacă există bună credință și intenții la nivel de conducere acestor procuraturi, a procuraturii generale și procuratura anticorupției, să spunem așa, asta nu este suficient. Trebuie să existe capacitate în resurse umane, trebuie să existe capacitate la nivel de capacități tehnice și nu doar. Noi știm situația cu salariile care, între altele, procurorii pot să nu primească. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, если я правильно понимаю, на 3 минуты и продолжим наш разговор. Не переключайтесь. Мы вернулись в студию, продолжаем нашу программу. Господин Тафилат, прежде чем... То есть я немножко для вас переформулирую вопрос. Он будет тоже связан с кражей миллиарда, но вы один из тех, кто участвовал с господином Джеймсом Варсельстрёмом в комиссии, которая расследовала, если можно так сказать, на уровне экспертов, как банковскую кражу, которая у нас еще называется кражей миллиарда, так и ландромат и другие нарушения. В том числе и по итогам этой комиссии по рекомендациям этой комиссии, да, вносились изменения в законодательство, а потом некоторые фигуранты этих дел попадали в заграничные списки... Санкционные. То есть в санкционные списки за границей они попали, а мы здесь как не доказывали, так и не доказываем. Как,
изменилось законодательство. Сейчас, по крайней мере, у нас есть надежда на то, что это не будет повторяться. Я буду, наверное, более оптимистичным по поводу возврата хотя бы части денег. Скажу почему. Угу. В 15-16 году, когда были протесты, я помню, что на одном из протестов я вышел с новостью, что вот Нигерия вернула еще 390 миллионов долларов в 2016 году из денег, украденных президентом, не помню его фамилию, еще в 90-х. То есть, если есть желание, всегда найдется возможность. Это первое. Второе, что касается отчета Кролл, как специалист, который проработал 5 лет в банковской сфере, в кредитовании, я скажу, что это хороший отчет, но это диагностика. То есть те, кто ждут от Кролла, что они вернут деньги, извините, это не их задача. Они не могут заместить прокуроров и судей. Они делают диагностику. Прежде чем делать лечение, делается диагностика. То, что сделали мы с этим консультативным антикоррупционным комитетом при президенте. Я тогда был, то есть меня привлекли как местного специалиста в написание этого доклада. Мы пошли немного дальше. Кролл смотрел чисто с финансовой точки зрения, каким образом выводились деньги. Мы проанализировали также каким образом менялось законодательство, где какие изъяны есть, может, не может это повториться. Да, было принято ряд мер для, во-первых, для очищения банковской сферы. Это еще с 2016 года на основании меморандума с МВФ. Тогда одним из условий было очищение банковской сферы и, значит, предотвращение того, чтобы банки были... То есть владельцами банков были лица, которые должны сидеть за решеткой. Потому что банки оперируют заемными средствами. 70-80% денег банка, активов банка, это заемные средства. Если вас на дороге остановит какое-то незнакомое лицо, скажет, дайте мне ваши сбережения. Просто так, но я вам процент хороший дам. Вы доверитесь? Нет. Естественно, нет. Это ограбление. Поэтому очень важно, и здесь очень важно для наших зрителей понимать, если вы идете ставить деньги под депозит или открыть счет и ставить туда деньги, обязательно смотрите, кто является владельцем этого банка. Можно ли им доверить? Возвращаясь к тому докладу, то, что мы писали в 2022 году. Значит, я напомню, что президент Майя Санду выиграла выборы с призывом того, что она проведет реформу юстиции, будет бороться с коррупцией. Тоже сразу после выборов, я помню, смотрел ту пресс-конференцию, она заявила, что вот создаст совет экспертов, которые будут заниматься оценкой или диагностикой тех факторов, которые привели к краже миллиарда и так далее. То есть этот отчет — это продолжение вот той деятельности, но я не являюсь членом этого консультативного комитета. Меня привлекли как эксперта для написания этого доклада. Более того, после написания доклада, после июля 2022 года, я на добровольной основе помогал парламентской группе для проведения слушаний с прокурорами, с ЧНА, с Нацбанками и так далее. Увы, к сожалению, качество подготовки депутатов оставляет желать лучшего, и в основном это виделось не как возможность понятия и решения проблем, а как пиар. Политический пиар. К сожалению, да. В прошлом году я подготовил 2 законопроекта, они переданы в парламентскую комиссию по экономике, мы даже проводили обсуждение с надзорными органами, но пока не пришли к консенсусу. Но это тоже продолжение той работы. Безусловно, ситуация текущая, она намного лучше. Но надо иметь в виду одно важное обстоятельство. Мы можем иметь лучшие законы в мире. Но если у власти находятся недобросовестные политики или бандиты, то эти законы просто либо они будут внедряться, либо они будут нарушаться, и никто не будет привлечен к ответственности. То есть просто изменение закона, оно не гарантирует то, что это не может произойти в будущем. И такие случаи бывали в Украине с Приватбанком.
Малайзия, OneMDB Fund и куча других. Но, опять же, если есть желание, все можно сделать. Я пытаюсь понять, есть ли это самое желание, учитывая, что буксует, или расчет был на то, что быстро проведут приветинг, ветинг, и уже как бы новые судьи будут принимать решения, другие прокуроры будут доказывать вину, что-то. То есть как бы, мне очень сложно понять, что происходит, и ну, надеюсь, что законодательство все-таки теперь будет больше смотреть на предупреждение и недопущение, хотя потому что, исходя из тех фактов, которые неоднократно были нам предоставлены, мы увидели, что там сначала проводилась подготовка законодательной базы для того, чтобы провести целый ряд операций, и только потом непосредственно уже начали выводиться средства. То есть это готовилось несколько лет, хорошо была проведена организация на всех уровнях, а не только на уровне банков. Поэтому мы получили то, что получили. Надеемся, что мы узнаем ответ и будем оптимистами, что мы еще и сможем вернуть какие-то средства. Тем более, что, насколько мне известно, RBI не только арестовывает, да, накладывает секвестированное имущество и арест, но еще и получает по новому закону возможность что-то уже реализовывать. В таком случае как бы эти деньги должны куда-то идти. А сегодня у нас, не сегодня, а на этой неделе у нас была новость, что найдена еще одна скрытая вилла Влада Плохотнюка во Франции, на которую тоже наложили арест. Посмотрим, как бы, чем закончатся эти все наложенные аресты и перерастут ли они в возвращенные бюджет и деньги. Ну, да. Если позволите, да, кратко добавить важную деталь. Господин Вьеро правильно заметил, что прокуроров практически оставили одних, и там был саботаж со стороны Центробанка. И более того, после чего я ушел из президентуры, из офиса президента, это был уже июнь 2021 года. Угу. Несколько прокуроров пригласили меня для того, чтобы я их проконсультировал по поводу принципов регулирования в банковской сфере, кто принимает решения, каким образом происходит надзор и так далее, потому что им сложно понимать регулирующие акты Нацбанка. Да? Никто не родился специалистом в банковской сфере, и да, и действительно есть прокуроры, которые честно выполняют свою работу, и они не стесняются привлекать специалистов. Я рад, и это дает мне, как гражданину, надежду на то, что все-таки шансы есть. Господин Вейеру, может быть, я оптимист, но мне кажется, что это международно принятая практика приглашать экспертов, которые помогают расследовать финансовые преступления, да, или которые сильны в каких-то тех специальностях, которых прокуроры, но они не могут быть специалистами во всех областях. Это понятно, они юристы. Да, надо создать условия, прежде чем требовать. И в Республике Молдова законодательно предусматривает, да, привлечение экспертов? Да, или это, Депринчип, но и проблема с инвестированием эксперта интернационал. Код и процедуры пенал, ну, интердичес, отраженный эксперт, он специалист. Соустмешчу экспертизы, элемент экстренной атаки. То есть, ну, есть проблема. Проблема, да, раз-то есть финиум инструмент инвестигарования фракционшин, пробара у не факт и легали, чисто не инструмент. Но есть и синий результат факту, к инвицу не эксперт, сау антренезом, прочесан специалист интернационал. Ну, а есть проблема. Проблема, по кому ментина, требуется в визионе факти клара, что тактика факти клара, стратегия пикас факти клара, шатунчий эвидент, посатрачишь, так есть казу, сатрачишь специалист, ку экспириенс интернационала. Эксперт, меньше экспертизы, что мали парки, это опция не иметь результат. Дарны, я сотрясаю стратегии фактиклар. Ну и несколько вопросов, которые будут каждым из вас отдельно, они не будут как бы для общего. Я начну с господина Тафилата, я вас представила в том числе как представителя наблюдательного совета Молдовагаз. Я помню, вы проводили несколько месяцев назад пресс-конференцию, говорили в августе, да, сразу после назначения? 7 августа. Вот, и вы говорили о том, что вы будете делать. Прошло уже почти, ну сколько, полгода почти. Ваши основные, как продвигаются, скажем так, те намерения, которые были изложены тогда, получается ли у вас проводить внутреннее расследование, которое вы собирались проводить, и каковы сейчас у вас есть информация по этому? По поводу, ну, во-первых, я начну с того, что мы с господином Шойту и частично с господином Парликовым
написали 4 доклада по поводу ситуации в газовой отрасли, в частности по поводу хищений в Молдова-Газе, которые происходили при предыдущем руководстве. И есть ряд уголовных дел. Мы говорим в общей сложности о сумме где-то 400 миллионов лей, которые были украдены, похищены из предприятия через разные схемы. Мы описали эти схемы, потому что по ним были открыты уголовные дела. Сначала изучили материалы у Молдова-Газа, потому что и здесь я отмечу, что господин Чабан еще в 2019 году, сразу как получил мандат, через несколько месяцев он обратился и в ЧНА, и в прокуратуру по поводу нескольких схем, и ему отказали в возбуждении уголовного дела. То есть были предоставлены доказательства. ЧНА, господин Флоча, большой ему привет, и исполнителю, они отказали в открытии уголовного дела. Этим, значит, во-первых, мы изучили материалы вместе с господином Шойто у Молдова-Газа, направили запрос в прокуратуру и ЧНА, чтобы разобраться, на какой стадии находятся эти дела, кто из прокуроров и офицеров уголовного преследования занимался, значит, вел эти дела. И этот запрос, то есть решение этого вопроса мы подняли на уровень парламентской комиссии по экономике. То есть председатель Раду Мариан, он от своего имени направил эти материалы. Более того, когда парламент рассматривал отчет об аудите счетной палаты в Молдова-Газе, в марте месяца 2023 года парламент принял решение, и там указано, что акционер Молдова-Газа с молдавской стороны, это агентство публичной собственности, будет подавать жалобы в органы уголовного преследования, чтобы разобраться с этими схемами. Фактически мы эти материалы готовим, и при поддержке АПП и парламента будем заниматься расследованием. Мы получили ответ, что практически все дела либо закрыты, либо они находятся где-то там в воздухе, у них собирается пыль. И мы собираемся пригласить и прокуроров, и офицеров уголовного преследования из ЧНА и, значит, разобраться, в чем проблема. И меня, честно говоря, сильно удивило, когда, получив ответ от прокуратуры, там в конце было написано, что вы знаете, вот прокуратура — это независимый орган, и нечего парламенту лезть в деятельность прокуратуры. Ребята, вы 15 лет подтирали штаны, результат нулевой, никакого эффекта от вашей деятельности нет. 400 миллионов лей уплыли, были украдены с Молдова-Газа, и вы еще имеете наглость что-то там претендовать? Нет. Так эту ситуацию оставить невозможно. То есть вот эта вот безнаказанность, которая у нас в обществе на протяжении уже сколько, 30 лет, этому мы должны поставить конец. Это что касается уголовных дел, то есть да, следующий этап, будут слушания в парламентской комиссии, в парламенте, и мы будем требовать у генерального прокурора создание группы прокуроров, чтобы они начали пересматривать все дела заново, и от ЧСП мы будем требовать привлечения к ответственности тех, которые эти дела закрывали. Если есть какие-то законодательные преграды, не вопрос, давайте мы это все просмотрим, сделаем поправки в закон, чтобы этого впредь не было. Почему у нас прокуроры, которые прикрывали дела по Плохотнюку, по Додону, по другим ситуациям, они сейчас становятся адвокатами? Это нормально? Я считаю, что нет. Поэтому надо к этому обратить внимание и заниматься искоренением вот этого ситуации. Одну секундочку, да. Я за комментарием к юристу сейчас. Да. Комиссия, прокуратура может сама себя таким образом, простите за не юридический термин, лечить. Провести ветинг. То есть внутренний ветинг. Подняв эти дела, посмотрев, насколько законно или незаконно вышестоящий по иерархии прокурор, он же может это сделать, правда? Проверить, или генеральный прокурор, если я не ошибаюсь, по новому закону, посмотреть, и если там он видит явное нарушение, может же отправить на привлечение к дисциплинарную комиссию, на возбуждение все-таки уголовного дела, или нам все-таки действительно нужно обязательно в ЧСП, обязательно дожидаться ветинга, тянуть еще 10 или 15 лет? Да, я вам
comentat de mai multe ori și am comunicat public opinia mea legat de subiect și de întrebarea dumneavoastră, ok, formulată de alți colegi jurnaliști puțin sub altă formă. Și în acest sens eu cred că reforma de fapt trebuie să înceapă din sistem. Reformele trebuiau să fie realizate de judecători integri și de procurori integri. Și într-adevăr, cred că este posibilitatea ca lucrurile să se rezolve la nivel instituțional pe interior. Și asta este posibil și probabil era să fie calea cea mai scurtă pentru crearea unui procurator puternic și pentru crearea unui sistem judecătoresc. Problema este cine face această reformă. Și aici trebuie să existe persoane puternice care nu sunt influențate politic, dar asta a fost, cred că, punctul slab, pentru că noi, atunci când vorbim despre conducerea acestor instituții, în diferite perioade istorice, persoanele cumva tot timpul au fost loiale sistemului politic și atunci, având în vedere rolul destul de toxic și nociv al politicului atunci când este vorba de justiție, evident că nu poți face schimbări pe interior. Acest lucru este posibil și este o chestie care trebuie să asigure durabilitate și sperăm deja că după acest proces de vetting, dar iarăși am anumite dubii pe anumite segmente, dar sperăm că după acest proces de vetting instituțiile, mă refer aici la CSP, CSM, să aibă un rol de fortificare a sistemului judecătoresc fără influențarea politicului. CSM-ul vedem că reacționează inclusiv public la anumite declarații pe care le fac policienii, inclusiv ne amintim ultima situație cu prim-ministrul Recean, care a fost criticată de către CSM. La fel și CSP-ul vedem cum o să manifeste, pentru că este o instituție recent, un componență recent aleasă. Dar cred că este posibil ca instituțiile să se reformeze pe interior. Și asta trebuie să fie linia roșie. Da, Sfinte Flot. Da, если вернуться к тем приоритетам, которые мы озвучили с господином Шойту еще в августе, одной из наболевших проблем является то, что у нас сейчас в Молдове две трети газопроводов распределительных не находятся в собственности Молдовагаза. Они были построены, начиная с 2001 года, из средств госбюджета, местных властей, а также из котизации, из денег потребителей. Трубы были построены, но никто не получил деньги обратно. То есть сейчас мы подготовили с небольшой группой специалистов видение, каким образом, значит, эту ситуацию, то есть как эту проблему решить. Во-первых, мы говорим об инвентаризации, мы должны понимать, что было построено, где находится длина, тип материала, момент сдачи в эксплуатацию и так далее. Второе, мы говорим об оценке этого имущества. Потому что в конечном итоге мы должны вернуть обратно тем, кто вложился в них, те инвестиции. Но надо понимать, что если... то есть, во-первых, надо понять, сколько сегодня стоит это имущество. И во-вторых, надо понять, что был износ с момента сдачи в эксплуатацию. То есть понятно, что компенсация не будет никак эквивалентна изначальной сумме, которую человек внес. Но опять же, с этой проблемой так или иначе надо разобраться. Это я даже могу сказать, что мы продолжаем и должны закончить то, что должно было быть осуществлено бывшим министром экономики и бывшим президентом Игорем Дадоном, потому что есть решение от 2008 года, решение правительства, номер 597, от мая 2008 года, где было четко указано, что правительство, Министерство экономики под руководством Дадона вместе с местными властями проведут все это дело. Это было забыто, сейчас мы вернулись к этой проблеме, ее надо решить, довести до конца. Потому что мы говорим о безопасности в первую очередь. А если у Молдовагаза нет средств, чтобы
проводить инвестиции. ЕНАРЭ не позволяет им этого делать, потому что есть собственник, есть примария, есть потребители, они являются собственниками. Молдова-Газ не имеет права вкладывать. Мы говорим все-таки о безопасности. Значит, во-первых, мы создаем законодательную основу, чтобы проводить инвентаризацию. Кто будет проводить, какие документы в результате должны быть заполнены. Потом должна проводиться оценка. И оценка не только с точки зрения стоимости этого газопровода. Потому что если я вложил 1 000 000 лей в газопровод в селе, где, допустим, 2000 потребителей, в селе, где 200 потребителей, не факт, что в этом селе этот газопровод окупится. И почему остальные должны платить? Господин Татилов, у вас есть конкретные предложения, чтобы мы с темой газопроводов чуть-чуть закруглялись? Не вопрос. Да, мы разработали план концепта, но еще надо... То есть, где-то через 3-4 месяца мы окончательно дадим предложение министерству, каким образом эту проблему решать и с какой стороны подойти. Но этой проблемой надо заниматься. Кроме этого, мы говорим об аудите газового долга. Еще одно? Нет, мы говорим, был проведен аудит, в принципе, для нас там ничего нового нет, но для меня лично, наверное, то, что решения арбитражного суда могут быть исполнены на территории Республики Молдова не позднее 3 лет. Это важно. Они были поддержаны надлежащим образом Газпромом. Совершенно верно. Но здесь надо отметить, что сам факт проведения аудита, он не позволяет, то есть сам доклад, он не позволяет Молдова-Газу делать какие-то изменения в своей бухгалтерии. Поэтому господин Чебан говорит, я ничего не могу сделать с ним. Это должно быть какой-то либо договор сторон акционеров, да, что Газпром списывает долг и так далее, либо решение суда. А чтобы обратиться в суд, надо подготовить документы. Вот мы этим вопросом также занимаемся. И там есть много нарушений. Но, опять же, я бы отметил очень важный нюанс. То, что касается хищений, которые были в АО «Молдова-Газ», здесь нельзя перекладывать ответственность на «Газпром». Извините, это происходило на территории Республики Молдова под надзором органов уголовного преследования. Этот вопрос должны решать мы. И здесь в первую очередь, поэтому мы и обратились в парламент, чтобы... А в прокуратуру будете обращаться, требовать возобновить снова эти уголовные дела или нет? Поэтому мы и проводим слушания в парламенте, чтобы разобраться, почему эти дела были закрыты, в чем проблема. Если есть проблема с законодательством, окей, давайте изменим. Если нет, то надо привлекать к ответственности тех, кто закрыли дела, и возобновить уголовное преследование. Там большой привет еще и господину Платону, потому что с 6 по 8 год, да, это предприятие, которое он контролировал, Crystal Flor. Через незаконное судебное решение Молдова-Газ была обязана поставлять газ Crystal Flor в долг. И в этот период, 2006-2008 год, предприятие производило стеклотару, потребило газ на общую стоимость 5 миллионов долларов. Стеклотару благополучно компании Платона продали, деньги поставили в карман и не рассчитали с Молдова-Газом. И Молдова-Газ остался должен Газпрому. Я имел возможность лично встретить господина Платона в суде Буюкан и передал ему акт, составленный ЧНА еще в 2009 году. И сказать лично, что господин Платон, за ваши долги платить я не собираюсь. И как молдавские потребители Молдова тоже, поэтому идите ищите деньги. И он обещал на меня подать в суд, с удовольствием жду я заявление. Вас прерву, тут господин Виеру вопрос вам. От зрителей очевидно, что у нас нет ресурсов, в первую очередь человеческих. Когда мы сможем начать нанимать на эти важные должности иностранных специалистов, что мешает нам это делать? Мы обсуждали в течение программы юстицию, прокуратуры и так далее. Есть иностранные специалисты. Вот. И я так понимаю из комментария, что человек считает, что у нас не хватает граждан Молдовы, прокуроров, может быть, иностранных брать. Да. Энцелег Гежурегли, Томулы, Савдуамни, формулят Зантребара. Опиня мя, как персоана care activează în sistem interacționează cu judecători și procurorii, este că noi avem specialiști foarte buni în procuraturi,
integri în instanță, dar aceștia trebuie să aibă posibilitatea să se manifeste, să fie promovați și atunci acești specialiști să aibă posibilitatea să livreze rezultate mult mai bune decât o persoană care, chiar dacă are un background foarte bun, deci o pregătire foarte bună, odată ce el vine în Republica Moldova, pentru a înțelege doar contextul național, pentru a înțelege aspectele de practică, de legislație, uneori pot să dureze jumătate de an sau un an și asta durează timp. Faptul că tu ai o carieră de succes pe plan internațional, asta nu înseamnă că tu o să te integrezi foarte repede atunci când vii în Republica Moldova. Inclusiv prin simplu fapt că de multe ori poate să existe bariera de limbă. Dar noi nu o să aducem doar specialiști de România, pentru că ei tot, apropo, au dilema asta, poate să aducă specialiști din alte țări. Pentru că aspectul de limbă este comun doar pentru România. În alte state există bariera de limbă. Bariera de limbă deja înseamnă foarte mult. Dar reiterez, noi avem suficient specialiști în Republica Moldova care pot să facă și să genereze o instituție a procuraturii și sistemul judiciar integre. Господин Тафила, считаете ли вы, что мы должны обращаться к иностранным специалистам или все-таки искать честных профессионалов здесь, внутри страны? Ну, знаете, я считаю, что у нас, не только считаю, я с этим сталкивался лично, я считаю, что у нас неплохие специалисты есть, по крайней мере, в некоторых отраслях, в энергетике точно, которые ничем не уступают иностранным специалистам. Более того, когда приходит иностранный эксперт сюда, да, кроме языкового барьера, ему же надо понять, что здесь произошло, в чем проблема, прежде чем заниматься разработкой какого-то закона или поправок, ты должен понять, а какую проблему ты решаешь. Но это то же самое, что пригласить хирурга прооперировать какого-то больного, да, это может быть лучший хирург в мире. Но без диагноза, без понимания того, чем страдает этот пациент, как хирург может оперировать. Поэтому в любом случае, я думаю, что целесообразно сделать какую-то смешанную команду и местных, и иностранных специалистов, потому что местные знают проблематику, но не всегда знают лучшие решения на мировом уровне. Но иностранные могут подсказать правильное решение, понимая, в чем проблема. Поэтому совместные группы, мне считаю, что это наиболее эффективный инструмент. Господин Вер, я не знаю, вопрос политический. Если вы хотите, отвечайте. Если нет, не отвечайте. Я его задам, потому что его зритель пишет. Сегодня депутаты фракции Блока коммунистов и социалистов снова покинули заседание парламента в знак протеста. Будут ли им за это платить зарплаты и нужно ли платить зарплаты депутатам, которые приходят, выражают свои феи и уходят? Приблизительно так. Да. После чекс распунды... Просирea adică deputația plenului Parlamentului este o modalitate de protest. Cât este de justificat acest protest, este altă întrebare, deci nu punem în discuție cazul concret, dar este o modalitate de protest care se întâmplă și în alte parlamente. Prin urmare, întrebarea cetățeanului este destul de rezonabilă. Regulamentul Parlamentului încearcă să stabilească anumite reguli și de salarizare dacă se întâmplă astfel de situații și practic abuziv, dar trebuie să ținem cont de faptul că atunci când este vorba de parlamentarism, asta, într-adevăr, ar putea să fie o modalitate de protest. Господин Тафилат? Есть двоякое мнение, но мне все-таки кажется, что должна быть какая-то привязка к деятельности и сколько энергии тратит тот или иной депутат и результат его деятельности с результатом финансового вознаграждения. Да, если есть мандат на 4 года, я сказал, что я протестую, вообще ходить на парламентские заседания не буду, то подождите, за тебя голосовали люди. Они хотят, чтобы их голос был услышан.
Что это значит, я не прихожу на заседание? Мне кажется, что целесообразно все-таки как-то наказывать финансово такие проявления. Мне сложно сейчас определить на самом деле, что показатель эффективности депутатов, потому что у нас есть депутаты, да, которые ходят на все заседания, они не написали ни одной законодательной инициативы, они приходят, голосуют, угу, как велено во фракции, и уходят. Сказать ли, что эти депутаты более активные должны получать полную зарплату в сравнении с теми, которые таким образом выражает свою политическую позицию, я не могу быть в этом уверена. Я решил континуара распустлый прецедент, но и лапромолекс мониторизем активитате парламенту, лишь уфачим систематическом формуне методологии инклюзив. Факт отен введем кади дес пляка депутации пестихотари, кади инициативы легислативы шашамать партии. Туати информации ли дать СНП, пажна у СУТУНУ, пункт промолекс, пункт медиа, и че СУТУНУ ди депутации. Да, это цифра. Суть 1 пункт промолекс пункт медиаш, около читатели под студиезы, тот индикаторий пи депутации, инклюзив, кыть актив сент, кыть инициативы легислативы, декларации ли, пи винит, ши мульти альти информации, релеванти, пи как птясы, сержути, пи читатели с инцеля, кучу купу депутации. В конечном итоге мы должны понимать, что оценку деятельности депутатов и партий все-таки ставят граждане, когда будут выборы. Да, да, да. Все-таки парламент это политический орган, как ни крути. Вопрос, вы на него частично ответили, Молдова может только позавидовать правосудию в Румынии? Я не уверена, что Молдова может позавидовать правосудию в Румынии. Там сажают известных бизнесменов и политиков, у нас тоже. Можно пригласить их специалистов к нам, господин Виеру, вы частично уже ответили. Да, есть динкетику носк с кем де экспириенс фачек у Румынии. Не аментим здесь при институте Деня, речи, кари сенчак с фачек реферировал, а тунчкан зворбеш здесь пулич публич с фачек реферировал часто институте. Румыния вот сукчесы на лупта коррупция мари. Кто от честя экзистишь с вченте инсукчесы, кари с вченте бузур комиссии пенмить досары, с кари нуса ворбит факти, факти мод. Ши аж преферака, о том, что ворбим с политичи публич с приловом, чей мы бунды в Румынии, потому что с прией экземплу на интегру у него рапляс с фидов на торе. Спасибо. У нас с вами как раз практически закончилось время эфира. Осталось только на то, чтобы попрощаться с зрителями. Я благодарю за то, что вы приняли участие в сегодняшней программе. Я напоследок, как всегда, буквально два предложения. Первое. Мы говорили о краже миллиарда. У нас был Андромат. Господин Тафилат говорил о том, что не все в порядке было с бухгалтерией «Молдова-Газ», и не все было там так замечательно. И при этом прокуратура... Я не знаю, прокурор по собственной инициативе, либо по телефонному праву не хотели возбуждать эти уголовные дела. Это еще предстоит выяснить. Я очень надеюсь, что это еще предстоит выяснить. Многие моменты возникают и сейчас по определенным вопросам. Но у меня, я прекрасно помню наизусть замечательно одну фразу, безнаказанность порождает вседозволенность. Если вы хотите жить в стране со вседозволенностью, это ваш выбор. Я не хочу. И не хочу, чтобы в такой стране жили мои дети. Мы сейчас, взрослые, должны требовать с тех, кто пришел на антикоррупционные повестки в парламент, чтобы они принимали адекватные решения на эту тему. Если у них есть все необходимые рычаги принимать все необходимое законодательство. И я уверена, что в этой стране есть молодые люди, которые хотят быть прокурорами, судьями, и не обязательно для того, чтобы за полгода построить трехэтажный дом. Не обязательно. Есть люди, которые отсюда имели возможность уехать и не уехали, значит, они хотят жить в Молдове и хотят, чтобы эта страна развивалась. Поэтому давайте будем двигаться чуть-чуть быстрее. У нас ни у кого нет в запасе еще 25 лет дожидаться, пока вы закончите ваши ветинги, приветинги, и вдруг вспомните о том, что когда-то у нас воровали газ, или кого-то под стеклянный завод подставляли, или еще что-то. Надо возвращаться назад и поднимать те дела, о которых говорилось, и выходили с ними на протесты. Поэтому будьте любезны сейчас, не протестуйте, а принимайте законы, и давайте законные рычаги прокурорам, судьям
и гражданским активистам, чтобы те оказывали давление. И еще одно. Сегодня фракция блока коммунистов-социалистов, когда покидала заседание парламента, господин Батаринчев сказал, что они находятся в информационном вакууме, о них никто не говорит. Я напоминаю, господин Батаринчев, я отправляла регулярно приглашение представителю вашего блока принять участие в моей программе. Приглашаю вас сейчас, вас лично или представителя партии социалистов в программу. Приходите, поговорим о том, что вы предлагаете, почему в парламенте они не принимались инициативы и так далее. Моя студия открыта для вас. И я, как обычно, желаю всем здоровья, берегите себя и своих близких. Мы увидимся с вами в этой студии в четверг в 19:00.